Я видел, что в Нью-Йорк Таймс назвали Эболу новым СПИДом. Только подумайте. А я тут такой думал, что и старый СПИД неплохо справляется. А у них там уже новый СПИД вышел. И разве не здорово, как они это делают? Разве не странно, что заболевание, которое внезапно появилось в 80-х, убивает только нигеров, педиков и наркоманов? Такое охуенное совпадение, что эта болезнь ненавидит всех, кого ненавидят старые белые люди.